о фильме «Около футбола 2». Околофутбольные хулиганы – безжалостные и эгоистичные представители футбольного мира. Они представляют собой некую элиту. В обычной жизни ребята могут быть учащимися школ, механиками и даже музыкантами. Продолжение всеми полюбившейся истории о группе друзей, болеющие за футбольный клуб «Спартак». Но нередко бывает, что грани между фанатскими конфликтами и спортом пересекаются, что влечет за собой множество трудностей. Сходки стали неотъемлемой частью спортивного мира. Однако в последнее время сотрудники правоохранительных органов всеми силами стараются пересечь разбирательства между фанатами. Каждая встреча оканчивается приездом полицейских. Как выяснилось позже, кто-то из участников банды сливает информацию органам, что ухудшает положение парней. У них не остается другого выбора, как самостоятельно разобраться в происходящем и найти доносчика, способный поставить под угрозу их тайную организацию. Выявить стукача крайне сложно, но во главе с автомехаником, известный по округе по кличке Ярый, ребята готовы пойти абсолютно на все ради достижения поставленной цели. Репетитор Егор Толокнув, ловелас, мажор и любитель шумных вечеринок Бритва намерены вновь объединить свои усилия, чтобы покончить с проблемами в команде. Вскоре в игру вмешивается офицер полиции, мечтающий посадить преступников, прикрывающийся за маской болельщиков. Он категорически отказывается верить в их непричастность в последних преступлениях, произошедших в городе. Осознавая весь риск и опасность, друзьям приходится действовать тайно, чтобы не привлечь внимание охотника за головами, способный отправить каждого из них за решетку ради личных целей. Несмотря на их деятельность, футбол уходит на второй план, как и ссоры с другими фанатами, болеющие за конкурентные клубы. Постепенно, становясь частью преступного мира, товарищи решают пойти на весьма крайние меры, что позволит наконец поставить точку на развернувшиеся события и продолжить былой образ существования. Но сумеют ли они избавиться от обстоятельств? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Следите за всеми новинками киноиндустрии вместе с нами.